Не можешь быть наглым, научим, не хочешь, объясним, в чем выгода. Участниками тренинга стали те, кто большую часть своей работы проводит в общении и переговорах. Бизнесмены, творческие люди, представители СМИ. Организаторы рассказывают им, что наглость, если ее правильно использовать, это вовсе не минус характера, а преимущество. Для меня слово «наглость» – это прежде всего про честность, искренность. Слышать резонансные направления себя и уметь их упаковать в вкусные резонансные слова, за которые мир захочет тебя отблагодарить и рублем, и признанием, и вниманием. Как продать себя за одну минуту? Собравшихся на личном примере учат, как построить успешную карьеру, добиться роста продаж или наоборот, навсегда забыть о неудачных проектах. Конечная цель обучения – собрать лучшую версию самого себя. Развивать собственный бренд сейчас в мире технологий достаточно актуально, потому что время сарафанного радио давным-давно прошло. Я уверена, что те фишки, которые сегодня нам Даша покажет, расскажет, преподнесет, я буду использовать в своей работе, и мое имя зазвучит. Очень много интересного для себя. Надеюсь, мне это пригодится в работе. Семинар проходит в течение 2 дней. Организаторы уверены, что этого времени вполне достаточно, чтобы не только создать личный бренд, но и изменить свою жизнь до неузнаваемости. Андрей Шульга, Наталья Быстрова, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».